Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать велосипед. Это вот такие рисунки аниме, которые я сама нарисовала. Но сначала подписывайтесь на мой канал. Вы у меня самые классные подписчики. Мне будет приятно, если вы подпишетесь. Ну что, начнем. Что вам нужно, это изобразить два колеса на небольшом расстоянии друг от друга. Сейчас я буду делать. Вот здесь у меня будет одно. И тут второе будет. В каждом из получившихся колес еще по одному маленькому кругу. Такой и здесь. От которого идет прямая линия. От правого колеса такая вот. От правого колеса идет с уклоном влево. Вот так вот. От левого прямо вверх. Так вот получается. Ну, так можно еще нарисовать колеса. Берете любой стаканчик, так ставите и обводите вокруг стаканчика. И у вас получаются такие колеса. И также сюда. Далее мы рисуем отдельную часть, где проходит цепь. Вот здесь вот. Так вот рисуем. Такая вот, вот у нас получается цепь. От цепи мы рисуем раму. Вот отсюда вот. Такую раму рисуем вверх. Вот. И у нас эти две линии соединятся сейчас. Вот. Нарисовали от цепи прямую линию, направленную вверх, горизонтальную. И рядом с нарисованными линиями еще несколько дополнительных линий. То есть вот отсюда мы рисуем линию. Вот сюда ведем ее. Так вот. И вот отсюда вот линию ведем прямо. У нас вот эта вот линия должна будет соединиться вот с этой. Вот они соединяются. А эту не нужно. Такой у нас велосипед получился. Теперь делаем рядом еще одну линию, закругляем и ведем прямо вот к этой линии. Вот до сюда вот доводим. И отсюда ведем линию вниз. Так он у нас с вами получается. Далее
Вот от этой ведем вверх линию. Вот отсюда мы сделаем еще одну линию, такую. И отсюда вниз ведем линию. И здесь также. Здесь еще линию проводим. И получился вот такой велосипед. Рисуем седло. Такое у меня будет седло. Здесь делаем его таким вот. Получается у нас вот такое седло. Далее рисуем педали. Вот отсюда идет одна педаль. Такая вот. И вниз идет вот отсюда одна педаль. Педали нарисовали, теперь рисуем руль. Так, вот у нас отсюда он будет идти. Так закругляться. Далее вот так. И здесь еще также прорисовываем. Получается у нас руль. Такой вот. Колес расположите круги. Такой один. И второй. Далее рисуем такие вот линии. По всему колесу. И на другом также колесе. Велосипед у меня такой получился. Сейчас я буду раскрашивать педали. Педали у меня будут черного цвета. И вторую педаль. Далее вот здесь раскрашу колеса. Тоже будут черные цвета. Тут вот колеса такие крашу. И здесь колесо раскрашу. Но у меня тоже будет такой же вот цвет.
Одно колесо готово, теперь другое колесо. Сначала здесь раскрашу. И вот здесь теперь. Я ему сделала такое вот синее. Ребята, а вы умеете кататься на велосипеде? Есть ли у вас велосипед? Любите ли вы кататься на велосипедах? Или на чем вы больше любите кататься? Пишите в комментариях. Такое у меня сиденье получилось. Теперь мы раскрасим цепь. Цепь у меня будет такая вот оранжевая. Пишите, ребята, в комментарии, какие... Вы хотите, какие еще научиться рисунки рисовать? Что? Какое видео по рисованию вы хотите? Пишите в комментарии, что вы хотите, чтобы я еще нарисовала. Руль у велосипеда я сделала красным цветом. Такого вот он красного цвета у меня. Также сам велосипед весь я покрашу тоже в красный цвет. У меня будет велосипед красненький. Можно сделать велосипед разноцветный, несколько цветов, чтобы у вас было не одного цвета, а несколько цветов. Но сколько вы захотите, такой велосипед можете и делать. А можете сделать его одним цветом, какой вам больше нравится, таким и покрасить. Вот я, например, его буду одного цвета делать, красного. Педали надо также раскрасить в красный цвет. Здесь вот. Так. Педали мы раскрасили. Теперь вот такую вот. Здесь красим красного цвета. Чтобы он весь был такой. Не отличался. Пишите в комментариях, чем вы любите разукрашивать фломастерами. Может, вы любите красками. Может, вы любите красить цветными ручками. Или, может, цветными карандашами. Вот я уже покрасила велосипед. Такой вот у меня получился велосипед. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на меня и напишите комментарий. Нравится, как я вам нарисовала, как у меня получился велосипед? Пишите в комментариях.